Никаких долгих перевозок, только напрямую, качественно и быстро. Сергей Морозов встретился с руководителем логистической компании «ВАВС». Предприятие молодое, его построили 1,5 года назад. В павильонах и на площадках сейчас разгружаются контейнеры с товарами из китайского города Цзибо, поезд из которого прибыл к нам прямым маршрутом. Глава региона изучил рабочий процесс и отправился в конференц-зал. На совещании губернатор подчеркнул важность российско-китайского партнерства. Значение сегодняшнего события невозможно переоценить, потому что прибытие этого грузового поезда – это зримое подтверждение взаимовыгодного и равноправного партнерства между бизнесом Китайской Народной Республики и компании «Приволжского федерального». Ко всем присутствующим обратился мэр города Цзибо Ю Хайтянь. Он также настроен на долговременное сотрудничество. Вскоре география прямых поставок расширится. В корпорации развития уже готовы к новым международным союзам. Сегодня просчитывается возможность автопоездов уже до одного из портов, российских портов на Черном море. И дальше это паромная переправа в порты Турции. Доставка будет не только быстрой, но и выгодной. Функционирование нового логистического канала позволяет увеличить экспорт на 20%. Если обычный контейнер идет морскими линиями до Поволжья в среднем порядка 60 дней, то теперь мы можем, снизив цену на 20%, доставлять эти контейнера за 20 дней до соседнего региона. Текущий поезд дошел из Китая до Ульяновска за 15 дней. Обратный рейс Цзибо уже сформирован. Через 2 месяца в Китай отправится подсолнечное масло и кондитерские изделия местных производителей. Также будут организованы поставки продукции из соседних регионов. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов. Новости Улправды ТВ.